Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. 17% кировчан получают зарплату меньше 20 тысяч рублей. Рейтинг российских регионов по уровню зарплаты представили эксперты РИА Новости. Для исследования брали официальные зарплаты в регионах с сентября прошлого года по март этого. Наш регион оказался в рейтинге на 64-й строчке. Только 4,5% жителей Кировской области могут похвастаться зарплатой в 100 и выше тысяч рублей. При этом в среднем по стране число таких работников на 10% больше. 17% работающих кировчан получают менее 20 тысяч в месяц. Лидером среди регионов с высокими зарплатами на протяжении 4 лет остается Чукотский автономный округ. Там более половины работников получают 100 тысяч. Больше всего низкооплачиваемых сотрудников в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Более 30%. Инфляция в Кировской области за полгода выросла в два раза. Если в марте этот показатель составлял 3,6%, то по итогам октября 7,25%. Это выше, чем в Приволжском федеральном округе и в целом по России, сообщают в отделении Киров Волговятского главного управления Банка России. Отмечается, что ускорение инфляции в регионе связано с увеличением издержек производителей и поставщиков, в том числе из-за произошедшего ранее ослабления рубля. В эфире «Экономика». Больше половины кировчан ждут в 2024 году повышения зарплаты. Эксперты из сервиса «Суперджоп» узнали, чего ждут от работы горожане в следующем году. Большая часть опрошенных, 57%, призналась, что ей хотелось бы повышения зарплаты. 30% – стабильной работы компании. Четверть опрошенных в будущем году хотели бы продвинуться по карьерной лестнице и столько же решать новые интересные задачи. Об улучшении условий труда мечтает 14% кировчан, 12% хотели бы признания своих заслуг, а 10% опрошенных мечтают о снижении нагрузки, причем чем старше респонденты, тем запрос на это выше. Только 5% признались, что в будущем году от работы ничего не ждут. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».